Всем привет! Сегодня я хочу вам показать три напитка, которые ни в коем случае не стоит покупать. Итак, первый напиток — это виски Стокер. Это производство нашего завода «Жемчужина Ставрополя». Если хотите ощутить вкус мокрого картона с жучайшей спиртозностью, то, конечно, можете рискнуть. Следующий вариант — это Сир Кларк, это представитель армянского алкорынка. По вкусу ароматики это больше такой самый-самый бюджетный, самый дешевый коньяк, чем виски, поэтому не рекомендую их покупки. Ну и последний вариант — это вообще ужасная штука, которая позиционирует виски, стоит даже в отделе виски, но по факту это спирт-сертификат с различными добавками, эссенсами. То есть лучше купить какую-нибудь хорошую водку, в принципе, за эту цену, конечно, хорошую особо не купите, но среднего качества точно можно купить и попробовать вместо этого непонятного напитка. Пробовали ли вы эти напитки? Как они вам? Пишите в комментариях, буду рад почитать.